блядь, там в одной игре сделал. Или то, что ты один день хуёво отыграл. Это не так работает. Просто люди привыкли судить там по одной-двум играм, когда какой-то супер там топовый челик проиграл одну игру на каких-то конях, и все, они думают, что ебать, игра рандом, повезло тем, кто, ну, те, кто апнулись, им повезло, и все такое, но, блядь, ребят, это очень глупое мнение. Я сейчас нахожусь на BSH6 только из-за того, что я хуёво играл. Не потому что мне, блядь, не повезло или что-то. Мне, может, не везло, но это не везение, оно в любом случае на дистанции это похуй. Ты в любом случае, у меня должен быть ранг сейчас минимум там рук 2-3, даже с невезением. Но я просто хуёво играл, вот и все. Это никакое не невезение. Ну, на своем примере объясню, почему я не рук. Понятно, что чтобы быть в топе, тебе нужно много играть, это факт. Но как бы много людей, кто много играет, но не все могут апнуть. Потому что тут очень решает то, что сколько ты принимаешь правильных решений и так далее, что ты вообще, как ты понимаешь эту игру в целом. На одном рандоме ты не апнешь, не апнешься. Очень сильно. Ну, либо сольешься быстро, даже если апнешься. Короче, вы поняли. БХ за опоз. Два ханта есть, но тут их не взять. Можно взять только ЦК. Два ханта тоже не так плохо. Блять, опять там антимаг? Сука, второй уже. Я только ЦК выставил, там уже стоит. Чилит. Конченый. Что, много кастрюль, много очень. Раз кастрюля. Два. Тут аж две. Тут еще одна. Тут была или? Нет, тут не было. И тут еще одна. Ебать, просто все ебало в кастрюле. Три раз, ты что, блядь? Бля, наверное, танчить надо это все ставить. Причем вообще все. И клака я поставлю с этой стороны, пусть его первого пиздят. Хотя, можно в БХ итему засунуть. Просто если я засуну в итему в БХ, то и когда в ассасина пойду, будет неприятно. Не, пусть в нем будет. Похуй. Криты можно у него засунуть. Ну, не криты, это вы поняли. Тини тоже заберем, на всякий случай. Тут есть какие-то тролли найты уже, вырисовывается, но отдаленно так. Конечно, Раста, один ЦК и один Кажан, это не то, что тролли найт. Сейчас еще больше похоже, что еще Луна пришла. Не думаю, что Кажан лучше. Даже учитывая пассивку. Наверное, ЦК даже можно поставить танчить. Луну не буду ставить. Где там антимаг стоит? Пусть будет так. Пусть он лучше ЦК пиздит, чем Раста. Если придет. Потому что антимаг в любом случае отключит моего ЦК нахуй, он дамажить не будет. Поставлюсь хотя бы против кого-то. Никак. Блин, я еще мог левел запать, блин, я ошибся на самом деле. Надо было это продавать и ставить кажана на атак спид. Скорее всего, тут бы не помогло. Хотя хуй его знает, может и помогло бы. Да, это помогло бы. Бля, я ошибся, пиздец. Это вообще супер ошибка. Но у меня игра прощает и дает две лу. Это пиздец супер ошибка была. У меня бы сейчас винстрик был.
Пиздец, я гений. Я реально гений. Это три найта было, если что, и еще тролли. Нужно еще выиграть и взять ВД. Бля, не знаю, как поставить надо было, но походу надо было их вообще всех в один ряд поставить просто на похуй. Такая хуевая расстановка. Ладно, Улстрикер пришел. Берем ВД. Клока не буду брать. ВД возьму. Расиком танчит до 20-го смело. Я бы часто вперед ставлю. Вообще, я неопытный в плане растика этого. Ну да, ну мне надо было как-то точно ставить стенку лучше. Так, я супер хуево расставился. Это факт. Причем я, наверное, даже и ЦК выставлю тоже вперед. Итемы отдам ЦК. Колечко, хуй знает, колечко. Пусть БХ лежит. Там больше особо ничего не придумаешь. Корона пусть лежит в этого, не в некро, а в ВД, скорее. Оп, минус. Я там дефет, кстати, это я тут? Да, это я. Да дефол. Хуяся. А чё там у него на столе? Лок Т2 и две кастрюли. И Void Stone в этой группе. Понял. Хуёво, что здесь в инкам никак не выйти. Продавать я не особо что-то хочу. Ладно, я просто ловил запаю тогда. Я могу только кастрюлю продать, остального я не могу продать. Это мне все нужно. ВД я не хочу продавать. Улстрикер пришел. Бля, можно, конечно, кажана продать, совсем охуеть, но, по-моему, это хуёвая идея. Это супер хуёвая. Я лучше просто запаюсь. Не буду кожана продавать. Если он апнется, то будет хорошая стенка для Луны. Плюс мы на стрике. Блять, заебали. Сейчас, секунду. Бля, отвлекли меня немного. И меня разъебали, да, еще? Обидно. Перед крипами. Чуть еще не ошибся с кастрюлей. Может, я мог как-то получше расставиться, но, блядь, просто отвлекся. Да, вряд ли. ВД мог поставить просто, а не Луну. И это было бы, наверное, лучше. Луна пусть в центре стоит, чтобы мобы ее не съели. Хотя, то сейчас БХ прыгнет, и они могут. БХ просто уехал. Я не видел, что там происходило. Отходил. Из этого мне ничего не надо. В теории, даже если какую-то медузу возьму, вторая придет, она мне только сожрет инкам.
она мне нахуй не нужна. А запа я... Ну, короче, это нахуй не надо. В будущем, может быть, сейчас точно нет. Базл пришел. Те самые тролли, ребят. Без тролля. Я думаю, лучше, тролли лучше, чем БХ. Потому что у меня луна апнутая. Хотя хуй знает. Но я думаю, получше. Омник еще. Омник мне нахуй не нужен. По крайней мере, пока что. Я 6 снайтов не пойду здесь. Сейчас точно нет. Слишком дорого будет. Жаль, что стрик сбили меня. А, меня там дефает еще 5-0. Этот челик. Но у него жирные все, мне не хватает по нему дамеджа, похоже. А, ну там еще два разора. Минус все тролли с одного прокаста. Куныч. Куныча, наверное, тоже заскипаю, еще БХ продам. Пойду просто в экономику. Буду в экономике сейчас сидеть, пытаться. Конечно, что-то подапать бы из этого. Либо вот это. Это в луну, кстати. Корону, не знаю, давать дазлу, нет. Не особо хочу. Вообще, в будущем расту, может, продам. Все равно бесполезное, то, что я хотел сделать. Кто кольцо хочет? Кажан, конечно. Что за вопросы? Так, инча. По экономике у меня все хорошо, но у меня стол уже слабенький. У меня очень слабенький стол. ЛД пришел. Я бы даже его поставил, если бы он запался. Пока возьму, но такое. Возможно, стоит пожадничать. Потому что, ну, он в этот сетап особо не пролазит. Если я выиграю, я продам, наверное, это все. Вместе с инчой. Кажан ебучий, просто не апается. Просто что с тобой не так, Кажан? Ты мне нужен, Кажан. Там мом. Закащить подруби. Не, не хочет. Раз туда сейвили. Хороший грейп. Очень хороший. Но не спасло. А Макс еще со щитком. Кажана не буду продавать на икам. Потому что мне надо будет как-то камбэкать. Опа. Все-таки он решил зайти к нам. Меня не радуют вот эти мои ЦК, которых вообще нет. Их вообще нет. Это плохо. Я уже задумываюсь об этом омнике даже. Короче, ЛД здесь вряд ли будет. Не стоит на него надеяться. А вот омник может поиграть, если он апнется. Пусть будет лучше омник, чем ЛД. Конечно, если бы сейчас ЛД зашел на такой волне, то было бы неплохо, но что-то рассчитывать на ЛД нет желания. Я кого-то там пробил еле-еле. Ну, под дазлом. Под дазлом можно немного пропускать. Кто лучше, Омник или ЦК на крипах? Омник, наверное, потанчит побольше. Даже без армора и хильнет. Пусть, наверное, так будет. Надеюсь, Луна справится. Но что-то у меня сомнения, если честно. Хотя...
Цикад с Сайтомом, да, но у меня кахил еще есть. Дайгрейв. Ну, Луна солит. Луна засолит это. Зря я, кстати, у него вложил. Если сейчас упадет маска, то он соберется только через раунд. Ну, упадет. 10, блядь, масок упадет. Возможно, даже больше. Да, за Тедди не хочу вперед ставить. Подапаюсь. Хотя... Давайте, наверное, седьмой апну сразу. Если выиграю, продам инчу апну. Если проиграю, продам умника апну. Сразу апнуть. Это 6? Нет, это не 6. Проиграю, да, все-таки? Цикаты один, я думаю. Или... Нет, справляются. Кожа. Что творишь, блядь? Луна еще одна. Две луны, это хорошо. Две луны, они будут сейчас просто все уешать. Выставлю дазла даже с этой стороны, лучше пусть будет, потому что он может и потанчить, если что. Можно вообще в последний ряд встать. Если у меня будет луна Т3, она скорее всего будет в этой игре, поэтому мне нужно варлоков делать будет. Правда, у нее итемы хуевые. В теории может мом получиться когда-то. Смотрите, что они делают сейчас, эти луны. Вот там сильный стол. Ну, хотя и... Что там за стол вообще? Я не помню. Сэф, Котл. Ну ладно, не такой сильный, но там много прокаста. Просто они не успевают ничего дать, потому что там достаточно... Ну, их, короче, луны ауешат просто. Не думаю, что... Нет, мне некор нужен для варлоков. Бля, мне бы что-то еще заапать. Вот омник мне не особо нужен, если честно. Но он лучше, чем ЦК сейчас будет, если апнется. Жаль, что ничего не апнул, реально жаль. Сейчас буду дальше ролить еще. Еще буду ролить. Скорее всего, до 20-й волны буду ролить. Искать вот эти апгрейды мои. Помойная. Если омник запается, я поставлю его на какое-то время вместо ЦК. Он очень много времени выиграет для лун. Он очень много выиграет. Бля, души луна. Пойдет. Кожан тоже нужен, Т3. Мне танки нужны, короче. Если что, продам умников. Если выиграю, продам. Прям вот эти апгрейды мне нужны очень. И СК мне нужен тоже очень. Сколько у него ЦК вообще? Тролль еще в заложниках. Задушили, да. Может, ну, блять, это топ-1. Не знаю, с лунами как-то мне по-другому впихнуть, может, надо было, не знаю. А пусть так будет. Вернулся Кожан. Тут левел нужен под луну. Но доролить бы тоже было неплохо, вот этот мусор.
пока не буду ролить. Крипов я и так задефаю. Да, и корону можно отдать. Под луну, либо под варлоков, но варлоков делать ради вот этого. И вот этого. Первую звездочку вот одна показываю. Варлоков ради этого делать я не хочу. Если бы на луне было побольше итемов, я бы, может, варлоков закрыл на восьмом. Пока что, наверное, не буду. Сейчас запаю восьмой в ущерб экономике. Я не хочу сейчас терпеть слишком сильно. У меня сейчас слабо. Вторая луна мне поможет, реально. Мне... У меня сейчас очень мало дэмэджа. Нажать один ролл. Зевс, блять. Вот была бы Энигма, ёбаный рот. Не, Зевс я скипаю. Да блять. Да блять. Я хотел переставить их местами, нихуя не вышло. Минус ластик. Что за хуйня произошла? Бля, грейвы там, конечно, сказочные. Души... Сука, не задушила. Тролль так и не пришел, кстати. Итема полная хуйня тоже. Мне нужны вот эти тролли. Они очень нужны. Наверное, в последний ряд даже встану. Танчить некому вообще. Ладно, гол 40 голды будем сидеть. То больше не буду пока ролить. Хотя бы какое-то усиление. Наверное, даже надо переставить кожана местами и вообще встать в угол. Поставить его с краешку. Чтобы вот этого не было. Просто у меня танчить некому особо. Нормально, нормально захиливает. Драконы Т2. С найтами, с троллями. Это вот этот парень вроде. 3 тролля, 6 найтов. Не люблю такой сетап, если честно. 6 найтов, 4 тролля. Но у него посерьезнее выглядит, если честно. У него ДК Т2. А у меня, блядь, найты без троллей. Без тролля. Что это за хуйня вообще? Помойная. И не могу апнуть еще ВД с дазлом. Т2 Кунка, Т2 Котл. Все, Т2 сильно. Луны, конечно, пытаются, но к сожалению нет. Гоу искать. Растика убираем или нет? Гоу еще паролем, еще нужны вот эти. Вот. О, оба пришли. Наконец-то. Одна луна остается. Одна луна и потом варлоки будут. Пиздец, как нужна луна, очень нужна луна. Я закрою варлоков, и она будет солить меня какое-то время. Или нет. Там будет видно. Но у нее все-таки есть... Ну, будут варлоки.
Может и будет целить. Должна, должна. Если сейчас придет, быстро. Причем экономику я сильно убивать не хочу ради нее, если честно. ВД. ВД не люблю в 3 делать, честно. Дазла тем более. Пытаюсь найти Луну. И нужен еще какой-то варлок. В скобочках Энигма в идеале, либо ДП. Ну ДП даже. ДП или Энигма. ДП просто скилл хуёвый. Но под троллями, в принципе, она не так плоха, особенно если будет какой-то итем. Если итем упадет с крипов. Висп. Если, кстати, висп придет, я не буду луну апать. Виспа, если он придет, нужно на лего его будет оставлять. Потому что у меня будет лего какая-то. Я думаю, я луну и так смогу найти. Ее никто не собирает, кроме одного чела, и он оставил ее в 2 и все, и забил. Кого искать? Варлоков? Ой, не варлоков, андедов сделать пока? Может так лучше будет? Под этих лун. Но это опять же меньше танков у меня. В принципе, если дазл кинет... Ладно, посмотрим. Посмотрим, пока так. ТП под варлоками почти не возьму, если ультует. Вот проблема только, что она не ультует. Так, да. Так, больше проблем нет в ней. А еще проблема то, что вот это ко мне пришло. И оно сильнее меня. И оно гораздо сильнее меня. А его маг пробивает. Нужно искать уже все. Нужно сливать экономику понемногу. Пока не найдем. Тайт, возможно, нам не нужен даже. Просто он может... Ну нет, Т2 на 8 точно не будет. Бля, почему я не взял того веника? Пойдем в левел. Оставлять ли тайда? Мне кажется, тайд мне не нужен. Да, нахуй тайда. Он даже тычку дал, нихуя себе. Зверюга. Первого левела. А, он хорош. Он хорош. Думаю, что мне в такой ситуации делать? И что мне даст левел? Наги только будут, если только на 10-м. На 9-м я просто могу легу найти. Я, наверное, в 9-й пойду. И на тролля будет шанс побольше. Сейчас придется, скорее всего, скоро улынить даже. Потому что у меня не то, что сильный стол, я так скажу. У меня луна без итемов. Понятно. Один ноль пробиваем за улыниного, кстати. Алхимик! Алхимик в соло. Я никогда не буду брать, я думаю. Бля, или еще один раунд потерпеть. Под дазлом так-то.
Я не хочу, чтобы мне слишком сильно били в лицо, даже под дазлом. Пусть лучше так будет. Сколько-то времени эта ЦК с чейнмейлом даст этой Луне, чтобы она надамажила, блять, еще он очень сильный для меня. Мне не хватает для него дэмэджа, тут Энигма нужна. Тут без Энигмы я не думаю, что... Хотя... Немного бы итемов, и мне бы хватило. Я думал, все хуже будет. Для Мирона. Тут нужна Энигма просто против этого чела. Без Энигмы против него очень сложно. ДП. Причем она будет Т2, скорее всего, в этой игре. Сейчас мобы. Надеюсь, дазл даст. Блять, у меня уже во всех этих кольца сраные. А, не, в одном только. Чутки высоко. А, держи второе. Кстати, мне не нужен больше Абадон. Возможно, даже алхимику стоило оставить. Сейчас надо искать что-то сильное просто. Может, даже кунку. Второй догон. Так, у меня лежит в некре и в ВД. Вопрос, некру или ВД? Наверное, можно обоим отдать, кстати. Я, наверное, обоим отдам по одному. Спасибо большое за подарочную. Да, я обоим отдам. Итемы на самом деле не лучшие. Это такое. Так, что мы? Какую-то кунку ищем, тайда. Либо еще что-то такое. Посмотрим. Короче, нужно просто какую-то легу, скорее всего. Либо кунку тайда. Ну, тайд это лего. Кунка не лего. Кунка Т2 очень даже ничего смотрелся бы. Это, кстати, не нужен нам больше Абадон. В принципе, даже этот чел. Зря я, наверное, его тогда продал. Долго я думал, надо было заролить сразу побольше. Нахуй. Не пришли кунки, не пришло ничего такого сильного. Пришел Найт, но я немного усилился. Ебать, лагает все. Блять, захексили. Все, пизда, он захексил. Но нормально. Легу Т2 надо искать. Нужно легу Т2 искать просто. Течка. Зевс. Похуй. Кажан. ДК. Пока все скуплю. Что дают? Зевс Т2. Это нахуй. Это, думаю, тоже можно нахуй, но пока не мешает. Пусть Зевс Т2 будет, хули. Просто Зевс Т2. Такая жол. А ну ёбни. Не почувствовали что-то они. Зато буду больно людям заходить. Вон, я одного уже выселил. О, ебать итемов. Криты прилетели маленькие. Хоть и маленькие, но криты как бы, блядь, тоже как. ЦК. Майл. Вот такое. Держи похуй. Одни когти отдам, наверное, этому челу.
Буду ли я ставить алхимика? Не думаю. Не думаю. Зевс-то 3, ребят, или что? Вообще, блядь, дамажит? Ну, вроде дамажит. Ну-ка, сколько у него ДПС будет в конце, мне интересно. Давать-то он будет давать. Без магов, мне интересно, как это вообще будет. Пусть будет алхимик, если что, вместо Зевса алхимика поставим. Если там меньше 150, ну ладно, меньше сотки, если, то я буду алхимика ставить. Потому что сейчас он нормально нажал, там еще много живых было. Я там 150, мы не будем алхимика ставить, понял. Моба. Это хороший дамаж. Просто в магах он ваншотает всех нахуй. Здесь это не так заметно. Но, судя по всему, он тоже дамажит. ЦК может все-таки подставить надо было. Короче, мы убираем алхимика. Или пойти в 10-й и поставить еще алхимика. Либо найти какую-то легу, опять же, еще одну. Я переоценил дазла, ребят. Блять, как хуево. Зев засолил. Ладно, нахуй. Вот этот парень мне больше нравится. Нахуй, короче, все. Без обид. Пойдем в левел или доролим? Мне кажется, надо доралевать их, если честно. Зевс Т2, ёбаный. Не хочу я последний слот засирать. Я думаю, надо дораливать третью фигуру. Кунка Т1 мне ничего на столе не сделает, а голды у меня не останется. Он даже мне хуманов не закроет, у меня нет ни одного хумана. 100% надо дораливать. Да, я подумал. Пишем. Нак я не хочу закрывать против одного мага, хоть он и сильный, но я не могу играть против одного. Хотя у него хп больше, чем у других. Другие могут отлететь, тогда мне наги были бы полезны. Ладно, я не буду понемногу ролить. Если мне придет один ЦК... Все, я понял. Идем в левел. Теперь идем в левел. И когда двое сдохнут, я поставлю наг. И он ничего не сделает моим нагам. Короче, скорее всего, топ-1 здесь. Тролля нахуй. Кунку нахуй. Идем в левел. Если я останусь с магом 1-1, то я его разъебу под нагами. Нахуй. И этого тоже. Мом выпал. В луне мом выпал. Дождались. Осталось найти наг. Бля, тролль, держи. У тебя еще нет. Так, наг я буду ставить вместо... Зевса. Луна засолит под нагами. Такая луна с момом, с критами и шторм, она засолит под нагами. Бля, сайленс получит. Куда ж ты прыгнул-то так, дурачок? Надо расплетиться. О, луне пизда пришла. Ой-ой-ой, это очень больно. Это 20. Бля, мне нужны наги срочно. Но пока я их не могу сделать. Давай попробуем так.
пойдем в нак, но только после крипов уже. Не думал то, что у меня минус 20 сможет сделать таким столом, если честно. Так, главное Зевса. Там еще... Ебать больно, не, вообще больно, пиздец. Луну просто стирают. Тут нужны наги. Конечно, в этот раз не так больно, и там Луна засолила. Что-то Луна вообще пропадает. Мобы. Сколько мне на левел надо? На левел надо 35 голды. И мне еще надо найти нагу какую-то. Взял себе достать. Короче, я даже за ролю свою нашел. Гирич Т2 появился еще. На скамейке, ебать, чили. Он думает, медведь лучше, чем Гирич? У него даже хп больше. Или он выстоять просто не успел. Второй догон пусть будет в нем. Мом в тролля. Или в луну. Не, в луну. Луна пусть тут будет, чтобы она где-то здесь с краю тусовалась. Так, тут не влазит уже, тут Майлшторм пусть будет. У меня пока Луна не собралась на моей базе, но там уже, ебать, он Луну убил. Как ты это нахуй делаешь? Ее, блядь, невозможно убить. Гоу Тайда поищем. Я бы не поверил, что такую луну возможно убить этим столом. Походу там Зевс просто ее шоты. Смотрите на ДПС луны. Луну лучше здесь где-то ставить, чтобы ее прокастом не задевало. Медуза. Короче, Зевс тут не понадобится уже. А, там Кираса еще у него. Кирасу я не заметил. Ебать, ее СФ просто убивает. Ее просто СФ убивает, я понял. С таким диким лайстилом. Сколько хуманов? 4. Давайте вот так поставлю. Убьют они кунку вдвоем, как думаете? Пусть знают. Нет, наверное. Там Энигма Т2. Или у него была уже? У него, по-моему, первая была, нет? Ой, корабль хуёвый полетел. Так Луна сдохнет. Там Грейв, там Грейв! На себя. Ладно, у него 20 хп. Там Грейв на себя кинул, ублюдок. Она бы отхилилась. Не, ну здесь пиздец, что-то слишком жестко. Я не думал, то, что это меня может пробить. Артстайл.